Ну вот неделя брожения браги. Здесь, в общем, смесь всего. И пшеничная крупа, и ржаная мука, пшеничная мука. Короче, из трех ингредиентов. В общем, неделя прошла. Брожение еще не закончено. Ночью 12-14 градусов тепла. Поэтому ставлю аквариумный подогреватель на 30 градусов. Ну, в общем, пены никакой не было. Ржаная мука не вылезла никуда. Пеногаситель справился. Или ее не было очень много в этом затоле. Родила за 2 недели. Сейчас буду ее переливать в куб. Поставлю фольжно, мешок. И, в общем, первый раз такую схему буду использовать. Но чтобы полностью мешок не перекрывал фольжно, положил сюда царгу на 30. Вот, мешок помещается свободно. Потом будет еще увеличитель куба на 20 литров. Ну, брага хорошо проходит через этот мешок. Так что фильтрация идет нормально. Ну вот увеличитель куба поставил. Вот так вот это выглядит. Я думаю, что просачиваться через это соединение не будет брага. Вот так внутри. Сейчас пойдет долив. Уже там на дне осталась густота. Так, ну эксперимент не удался. В общем, после превышения уровня соединения брага полилась в щели. Пришлось срочно сливать. Ну вот, всю брагу перелил. Неудачный результат, тоже результат. Ну вот, принято решение сделать вот так. Надеюсь, мешок, если даже он и схлопнется, закроется, то густая брага через фальшдно, и этот мешок не пройдет до конца. Возникла идея на мешок сделать такие петельки и привязывать ее к прокладке, вот к этому кободу, на 4 петельки. Тогда мешок не будет вниз сползать, будет держаться. Ну вот так вот я временно пришил ниточками. Думаю, что не свалится. Ну вот, все, собрал аппарат. Воду подключил. Жду нагрева. Температура в кубе 61. Диоптер. Холодильник. Ну вот, ну, надеюсь, что не будет брызга у носа, пены. И мешок не провалится. И пены не подгорят. Звук кипения очень сильный. Пятьдесят в струе. Ну вот, перегон подходит к концу. 98 в кубе. 97,9 вверху. 10-литровая баночка. В струе 10. Я думаю, что до горлышка дойдет и закончу. Выход, конечно, в этот раз получился не очень. Думал, будет больше. Но 10-литровочка готова. Еще дожму немножечко ароматной водички. И стоп. Ну вот, перегон закончился. Где-то 11 литров. Общей крепости 29. Точно пока не мерил. Ну вот так вот, что получилось в итоге. Мешок держится. Брызга у носа не было. Сейчас солью борду и посмотрим на состояние тенов. Ну вот, в прошлый раз я пытался слить борду и немного не рассчитал. В общем, из-за того, что у меня увеличитель куба, давление на кран было больше. Я открыл, по старой памяти поставил это ведро, а напор был намного сильнее. В общем, чуть не ошпарился. Поэтому вот купил вот такой вот шланг на 3/4 дюйма. И буду сливать сразу ведро аккуратненько, чтобы не обжечься. И вот, полилось. Начинаю дробный перегон на муке. Ну, сборка такая простая, без дополнительной царги.
дефлейта и дефлегматор. Вон, перегон закончился. Добираю хвосты. И вот такая вот баночка получилась. 92% самогона. И вишенка. Будет вишневая настойка. Оливка. Залью туда 50 градусов. Развел литр до 50 градусов. И заливаю. Но ровно литр сюда вошел. И под крышку вакс. Вот как вытягивает воздух из банки. Ну вот у меня получилось с этого перегона литр 50 градусного и 4 940 градусного. Давай, осветляйся. А то сейчас такой мутный останется, как самогон. Светлеет, светлеет. Потихонечку осветляется. Значит, хороший самогон. Вот, прозрачный уже. Все.